Более 11 тысяч выпускников в Тюменской области сегодня сдавали ЕГЭ по математике. Этот предмет необходим для получения аттестатов о среднем общем образовании. Экзамен профильного уровня выбрали 3927 учеников, а базового уровня более 7 тысяч. В КИМах были задания по алгебре и геометрии различного уровня сложности. Результаты экзамена станут известны не позднее 19 июня. Добавлю, что в Тюменской области открыт 51 пункт проведения ЕГЭ. Настрой позитивный, я не волнуюсь, не переживаю. Я уверена, что я сдам. Особо не готовилась, потому что я математику хорошо знаю. Мы шокированы очень этим днем. Ждали его всю жизнь, от этого зависит все. Только на 5 готовимся, безусловно. В пункте 404 у нас организовано для этого 32 аудитории по 18 человек. Численность рабочих мест распределено сегодня в пункт 555 человек.